Видели? Пойдем, чего ты это? Сильно я худела, человек тоже руководитель, он у него тоже работал. Че в таком состоянии? Вот это, пожалуй, что надо, потому что вот я вчера ходил, последние эти дома обходил, и граждане обращают внимание, что очень в таком плохом состоянии, и что дети, и может быть ситуация. Прошу вас, чтобы вот здесь, да, здесь один люк. Желательно было лучше бы вот сделать как можно скорее. Хорошо? Мы записывали все требования. Кто-то да. Обещал подойти, кто-то уже не подойдет. Вон там подтягивается. Еще двое ушли и дождались. А тут у нас на повороте так машина быстро ездит. Хоть бы полицейского поставили какого. Им бы всем штраф. Положили бы. Дали, да, положили. Около окон ставили. Но вот сейчас вот на железнодорожной. Вот это же. Да, мы да. Только сейчас тоже там эти проблемы обсуждали. Ага, там и невозможно пройти. Значит, вот как раз и был представитель, начальник нашего, так сказать, ГИБДД. Угу. Вот. Вот с той стороны дома, там такой тупичок, можно 50 машин поставить. Тупичок, он вообще проходная машина, здесь просто огорожены. Каждый старается поставить прямо, чтобы с машиной подъезд, и нырнуть в подъезд. Когда это безобразие закончится и как это сделать, это значит, это безобразие закончится, если мы с вами совместно это безобразие будем решать. Я говорю, там тупичок, машин значит, много. Первое, значит, нужно посмотреть, у вас созданы советы домов, в ваших домах? Нет. Нужен нет, совет дома. Доме, значит, нужен совет дома, управляющая компания. И мы муниципалитет. Значит, вы определяетесь, например, что у вас на вашей территории, прилегающей к вашим домам, определяете место парковок. Значит, мы, значит, это все согласуем с соответствующими, с архитектурой, со всеми вещами. Делаем проект, делаем эти парковки, как вот, например, с той стороны сделано. И все, машины уже стоят только на парковках, а остальных будем привлекать тогда уже к ответственности. Ну, уже говорили, что за домом можно делать. Конечно, мы в Кингисеппе привыкли, есть, что у нас все вот так вот, должно быть все рядом. Вот. Но вы поймите, я вот, например, считаю, что в любом случае мы вынуждены будем делать, может быть, более такие современные парковки. Вот. Ну, с придомовой территории транспорт должен ходить. И потом все вот там вы смотрели, потом что помойка там страшенная, когда делать? Чуть-чуть вода. А хорошо, вот помойка, я с вами согласен. Куда ее поставить? Так же, как у людей, вот в 9-м квартале, там круглую, так опять, а круглую, значит, хорошо. Вы, если вы этого хотите, опять то же самое, как и с парковками. То есть нужно собрать заявление, что вы хотите, поставить круглую, так сказать, мусоросборник этот. Тогда другой вопрос. Без вас-то мы это не сделаем. Ну, это понятно. Вы можете вообще, вот смотрите, вот у вас раз дом, конечно. Два дома. На этой 3, 4, 5. То есть вы можете здесь создать вот эту ассоциацию своих домов, да? Выбрать, так сказать, руководителя ассоциации. Вы здесь можете, знаете, красоту какую сделать. Для детей нам все надо обеспечить. Ну так опять же, значит, ну хорошо, вот площадка. Значит, площадку, если мы вам делаем, вы согласны потом будете ее взять на содержание? А вот так. Ну, мы построим площадку, ее же надо содержать. А если человек вообще за собственные деньги построил вот, что мог? Вот. Ну, давайте и тогда, что? Во-первых, для начала этого человека запишем, чтобы его благодарить за это. Вот, за это. Благодарите. Юсана, запишите, пожалуйста. Нет, а у нас еще здесь... Он, так тут для подростков не было нечем заняться. Раньше здесь а у нас детям маленьким нет, понимаете, какие дело все в том, что родные играли? Мои хорошие. Я вас понимаю. Поймите, мы уже давно живем в других отношениях. Я не хочу вам врать, не хочу ничего придумывать. Вам тут площадок настроить, там это сделаю. Не сделаю, если только вы не будете находиться в формате тех отношений, которые сейчас существуют. А как в других домах делают? А также? Ну, также? Как в других домах делают? Ну, между других домами, там такие площадки ну, так они тоже обслуживают, должны обслуживаться. Ну, смотря значит, чего обслуживать. Нет, как? Ну вот смотрите, вот ну, нужно же, например, покрасить. Если, например, доска сломалась, ее нужно восстановить. Ну, это делает у нас он есть человек, который все время. Так ради бога, так нет, ну вы должны понимать, что любые, так сказать, сейчас действия, строительство площадок, других форм, которые находятся на ваших придомовых территориях, вам нужно их брать себе. Ну, понятно, себе. Но это уж не такая работа, чтобы мне сделать.
Я кое-что не сделаю, но у нас... Мне так понятно. Мужики весят, детей полно. Была статья в «Восточном береге». Да. Значит, дожди уже проходили. Вот, дожди проходили. Вот, пожалуйста, лужи, про которые мы писали. Ну, она вот здесь такая лужа, но там она написана, чуть ли не на лодке на ней. Нет, вот с той стороны. Нет, понятно. Железная дорога в этом доме, которая... Галя, Галя. Приезжает и уезжает. Нет, но дело все в том, что я все-таки свой округ знаю. И здесь лужи есть, но не такие, как описано. Как у нас говорят, красиво не соврать, красиво не рассказать. Поэтому... А на углу 10-го дома такая лужа как раз. Зачем мне звонить осенью? Я осенью здесь пойду. Вот вы, с той стороны мы имели в виду. Если я хожу в спортивном костюме, вы меня не узнаете, так это ничего страшного. Я хожу не для того, чтобы меня узнавали, а я смотрю за своим округом, в каком он состоянии, как он прибирает. Пойдемте, пойдемте. Подождите, вы пока не ушли, я хочу сказать, у нас не было этих скамеек около подъездов. У нас в третьем подъезде инвалидов 4 человека, все посидеть негде. В третьем поставлены простые такие вот. 10 дом, 10 Б просят скамейку. Да уже два года прошло. Идите посмотрите эту скамейку, они там сделали, самодельную сделали. Идите, посмотрите. Один вопрос, можем? Можно. Скажите, пожалуйста, это, по очереди, когда наш двор начнут благоустраивать по гражданам проекту, да. По нашему городскому проекту. Когда? Капитальный ремонт. Но все дворы обустраивают не просто так, с бухты-барахты, а по проекту. Ну, понятно, да. А когда наша очередь? И есть ли проект на наш двор? Ну, я сейчас не буду вам брать, вот. Я не готов ответить на этот вопрос. Вот. А это нас как раз и интересует. Где? Запишите, пожалуйста. Да. Записите. Вас уже сосчитали, вы записали? Да, я не знаю, считали. Мы, что, нет, мы должны, во-первых, я свои координаты дал, пожалуйста. Дали? Все, дал. Хорошо. А есть детям где играть? Нет. А куда они должны играть? Куда к нам? Это далековато. А мама ну как далековато? А там есть детская площадка за тем домом. За тем, опять же, от того дома. Да, опять же, не в поле видимости мамы. Не, ну у нас, понимаете, ну, дело все в том, что мы до того привыкли, что чуть ли, так сказать, не... Нет, вы поймите одно, вот, что... Лучше парковку от подъезда куда-то вот подальше отодвинуть. Ну, давайте ваше предложение. Вот подальше подвинуть. Но это же невозможно. По весь двор машины. Я согласен. Но для того, чтобы это сделать, вот эти жители этого дома, граждане, они должны определиться, где у них будет парковка, как она будет расположена. И тогда мы только можем это сделать, понимаете? У меня одна лошадная, так сказать, дама. Я безлошадная, поэтому я, может быть, и спокойно. Одна лошадка там сказала, а я машину сделаю. А ей машину не заставить, видите? Мне нужно каждый день ему 4 таблетки, чтобы промывать ему мочеловод. Эти 10 штук стоят 69 рублей. Мне 10 штук. Какой препарат? Шприцов нету в аптеке. Чем промывать? Человеку лежит. Чем промывать? Вообще ни в какой аптеке нету. 10 штук стоит 640 рублей, 680. Это мыслимо? Вы скажите, пожалуйста, ваши данные. Мы сегодня же будем с этой ситуацией разбираться. Адрес какой? Где живете? Театральный 10. Совет дома ваш. Вот мы собираемся. Приглашаем вот этих товарищей. Садимся за стол. И мы муниципалитет. У нас получается, так сказать, трипартийские отношения такие, да? Вот. И мы тогда начинаем наводить порядок и определять, кто за что отвечает. А вот так вот, понимаете...